Привет! Сегодня мы будем рисовать на морскую тему. Яхта – объект серьезный. Начинаем с простых линий. Каждый ее сантиметр продуман и элегантен. В отличие от больших торговых морских судов. Каждая мелочь на яхте изящна и мастерски проработана. Рисуйте длинными плавными линиями, переходящими одна в другую. Следите за тем, чтобы диагонали были прямыми. Это придаст рисунку энергию и визуально ослабит сопротивление ветра. На яхту мы смотрим немного сверху вниз, поэтому без перспективы не обойтись. Вот это у нас будет линия схода. Туда смотрит. Корма чуть наклонена назад. Вот они чуть-чуть даже. Она не должна быть вертикальной. И вот эта линия схода. Туда смотрит. Верхняя часть округлая. А палуба плоская. Обратите внимание, что столбики стоят по диагонали. Рисованы такие столбики. Если все диагонали на палубе параллельны, то вы правильно передали перспективу. Вот здесь пересекается. Теперь вот эти вот линии стираем. Здесь так вот стоит и сюда. Теперь стираем. Вот. Окна тоже параллельны друг другу. Солнечный.
зверь рисую. Кошка. Рисуем воду теперь, по которым плывет корабль. Примерно так рисую сейчас. Еще их добавим вон, когда буду скрашивать. Вот у нас получилась такая яхта. Подписывайтесь. Я его обвела голубым цветом, уже теперь голубой скрашиваю. Весь красный цвет.